О, как давно у вас включили, появился газ? Позавчера. Запаслись дровами и углем, а зря, больше не понадобится. В доме Натальи и Владимира Штырь теперь голубое топливо. Газ провели в поселке Гордеевский по программе газификации Алтайского края. Супружеская пара – первый в деревне, кто греет чай на газовой плите после пуска второй очереди распределительного газопровода. Мое личное мнение – зимой это и вечером ляжем тепло, и утром встали тепло, а это бураны, надо откапывать сарай, надо принести дров, надо растопить печку. Это время занимает. А здесь кнопочку нажал, и все. Земля и небо, конечно, я надеюсь, не будет ни гари, ни пыли, ни копоти, ничего. Газопровод в поселке Гордеевский протянули на 14 километров. Для населения объект бесценен. Благодаря ему жители еще 274 домов могут позабыть про дрова и уголь. К слову, это уже вторая очередь газопровода. Первую в Гордеевском ввели в прошлом году. Я думаю, что к началу отопительного сезона основная часть села уже будет готова к приему природного газа, и, соответственно, у них улучшится условия проживания, ну и в поселке улучшится экологическая обстановка, потому что уйдем от печек, которые работают на угле, на дровах, и, соответственно, люди вздохнут более чистым воздухом. В целом, в поселках Октябрьский, Гордеевский Троицкого района по первой и второй очереди могут подключиться к газу 722 домовладения. Газификация населенных пунктов является одной из приоритетных задач у нас как правительства Российской Федерации, так и правительства Алтайского края. Решается очень большое количество задач у потребителей. Это в первую очередь стабильное теплоснабжение и исключение работ, связанных с закупкой там, дров, угля. В Гордеевском и Октябрьском работает мобильный офис газовиков для оформления документов на подключение. Преимущество выездного пункта в том, что жителям не нужно тратить время и покидать пределы своего населенного пункта. Специалисты приезжают сами и оформляют документы. В первый день работы мобильного офиса приняли почти 50 заявок. Из них 45 договоров уже подготовлено. И на сегодняшний день 13 договоров подключено. И вот сейчас мы первых потребителей уже подключаем. Так, свыше 30 человек оформили документы, и уже через месяц-два их жизнь станет в разы комфортнее.